Итак, ребята, мы продолжаем идти до Калеша. Калеша. Мы отбили аванпост от этих придурков все-таки. Вот, теперь продолжаем с вами двигаться 600 метров практически, да? Судя по всему, вообще туда, хер знает. А, нет, где-то за этой горой, короче. Только как бы обойти по-хорошему. Вон, здесь какое-то место есть. Шатер Битхави. Братик, давайте, наверное, купим патронов. О, BZ-19 открыт. Бизон по-нашему. Давайте пополним боезапас на 136 тысяч. Вот это хорошо. Берегись, леопарда! Помогите! Помогите! За что мне все это? Где ты, летун проклятый? Так. Что, погнали теперь? Блин, хер простыч, куда идти? И тут не так, и там не так. Давайте залезем. Какие-то пушки нужно нам отбить с вами. Помните, да? Задание Амиты. Пулемет вот у меня добротный. Мне кажется, лучше пулемета здесь уже не будет. Да и не надо, этот вполне справляется со своими обязанностями. Триста метров до цели, ребята, я пока доберусь туда, это просто жесть. Блять, кто-то стонет, хрюкает, мне страшно. Естественно. Так, что же там нужно сделать в этом Калеше? 300 метров. Тварь, стой. Сейчас мы тебя освежуем за твои проделки. Блять, что еще выше лезть? Хотя написано, что внизу. Ну уже, готовьте эти фугасы. Ничего себе, за 200 метров слышно? Так они разговаривают? Ты, блядь. Тут. Сука. Блядь. Это все зря, что я, блядь, сюда лез. Вот или зря. Ну, в принципе, сейчас, если он туда перелетит, то будет хорошо. Вот сюда. Да, отлично, отлично, братик. Давайте здесь сядем. Убейте всех врагов в городе. Промазали! Промазали! Что-то я никого, блядь, не вижу. Там только. Ты слышал? Забал! Отзывай солдат! Мы не будем сдавать! Они пристреливаются! Освободить чистоту! Опа, снайперки. Артиллерийский отряд огня! Блять! Подкрепление. Ух ты, это откуда они так стреляют? Я не думаю, метка. При том, что они меня не видят. Как думаете? Блять, отвали, подонок. Я, в принципе, засел удобно. Подбили! Подбили! Умирай, сука. Я приказываю отступать! Стоять до конца! Забал! Блять, этого надо снимать. У меня задрочит просто. Умирать. Сука, не простреливает, видишь его? Отлично, в бошку. Я у орудия. Как его можно уничтожить? Удержи позицию. Помощь в пути. Откуда, блядь, я не вижу.
Да, блядь, откуда меня видят? А, вот он, сука. Кто там хочет рассредоточиться? Сейчас я кого-то... Откуда, блядь? Вообще не пойму. Где ты? Ты меня видишь, братик? Все, вижу, вижу, я тебя вижу. Угу. Откуда во, блядь? Вообще не понимаю, где они меня видят, суки. Как-то интересно получается. Где, блядь? Только они мне в рыло стреляют, я не понимаю вообще, где они. А, вон ты, сука. Готов. Мразь ебучая. Тут вроде никого нет. А мне кого-то показывают. Непонятно кого получается, да? Давай, братик, вот тут залезешь. О, вообще отлично. Вот тут отлично. Где эта тварь, блядь? Одна, которая осталась. Ну прям, бля, она давно где-то. А вот он, сука. Нихера себе, он улетел. Убейте всех врагов в городе. Вроде убил. А подмога где вызывается? Где этот столб с подмогой, сука? Вот, все, столб. Блять. Попробуй туда попасть, блин. О, убил, убил пилота. Братик. Последнее. Что там с помощью? Мы почти дошли до тебя. Аджай, группа солдат сразу за нами. К тебе идут саперы. Прикрой их. Ух ты, блядь. Они займутся орудием. А мне со снайперки прикрывать, да? Это они оттуда, походу, подойдут. Встретьте саперов на въезде в деревню. А, тут надо именно спуститься к ним, сука. Я тогда не люблю вот эти нежности. Пойдемте встретим. Думал, я буду их сверху прикрывать, а нет. Контрольная точка хоть будет? Так, я пилота убрал, да ровно. Мне аж самому понравилось. Так. С этого дерьма буду прикрывать. О, это свои, да, едут? Ну да. Все, теперь надо охранять их. Опа. Да пошли нахуй отсюда. Может, ты подлечься, братик? Давай лечись. Так. Защитите саперов. Ну. А, вон еще. Да, блядь, сколько можно? 7 секунд. Блять. Падай нахуй, урод ебучий. Защитите саперов.
Ну и... Что дальше, ребята? Вроде защитил. Так а в чем глюк? Ну, саперов защитил. Где мои ребята? Что за хуйня? Или сапера я не защитил все-таки? А, не там уже. Блять. Тут, короче, все непросто, я понял. Вот, тут уроды есть, которые хотят навредить моим саперам. Саперы погибли. Ебануться. Огонь не прекращать! Я просто не понял, что от меня хотят, сука. А, то есть сапера должны были по-любому убить, да, я так понимаю? Все, я понял. Летим теперь туда. Заминируйте последнее артиллерийское орудие. Здесь я должен братик стоять, по идее. Я твой труп зверям брошу. Хорошо, братик. А чё такое, блядь? Чё не минируется? Ах ты, сука. Так а чё не минируется? Всё. Зачистите рынок, верьте взрывчатку, зачистил. Блять, наверное, было мне уёбать сначала. Где он один остался? Брат, я тебя сам найду. Все хорошо, не волнуйся. Все, вроде всех от всех зачистил, всех от всех зачистил. Теперь надо убегать отсюда как можно быстрее. Походу, что убьют моих этих саперов, так было задумано. Мне нужно было самому заминировать третью. Долина смерти. У-у-у, выполнено. Огонь. Готово. Пушкам кранты. Если бы не ты, Уткар сравняли бы с землей. Они не представляют, чем тебе обязаны. Ты заработал себе минутку отдыха, но только минутку. Заканчивай свои дела и возвращайся. Потом тебе некогда будет отвлекаться. Ты нужен Кирату. Опа, там где-то пацаны киксанули. Можно, в принципе, теперь их и убить. Все, нет братиков. Так. Что у нас теперь за миссии тут есть? Давайте глянем. А, опять комите, да, надо идти. Давайте сюда. Точнее, сюда телепортнемся и комите пойдем опять. Зайдем в гости. Что она нам предложит? Вот такая миссия довольно-таки напряженная была, дорогие друзья, я вам так скажу. Не сказал бы, что она легкая. Братик, не киксуй. Блять, опять вот это... Далеко, конечно, это. Слоники тут ходят у нас. Нахер тут можно и так съехать? Зачем тут это? Залезть, конечно, другое дело. Как я даже его снес? Раз, два и попью. Давайте здесь снимем плакатик. Соберем ватрушки вот эти и снимем плакатик. Что-то меня повело.
Ты походу бухаешь, брат. Конечно, тебе повело. Восемьдесят девять. Так, 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 так. Орел. Пошли вы нахер. Я орла убиваю, а мне карму не даете. Поэтому не буду я, короче, подонки, решать за вас ваши дела. Волк, вот волка можно замочить. Волк и съесть может, дело в том, что... Амита? Что ты расстроилась? Красивая такая. Куда все подевались? Все в калеше. Предстоит решающий бросок. Все или ничего. Сабал расколол золотой путь. Он подставил под удар наше будущее. Все, хватит. Ты бросишь меня? Я прошу убить его. Я всегда точна в формулировках, Аджай. Не дай ему ускользнуть. Ты принял мою сторону. Неужели ты думаешь, что он простит тебе предательство? Нет. Сабал должен умереть. Аджай, осторожно. Ты нужен золотому пути. И мне. Я с тобой бы киксанул, родная, если бы время было. Убейте Сабала. Вот так просто, да? Понятно все. Ох, нихера себе, куда надо лететь. Ну, полетели, что делать? Не хочу я Сабала убивать. Он, конечно, хоть и мудак. Но все равно. А можно телепортнуться куда-нибудь туда поближе, чтобы... Ну, конечно, можно. Вот эти полетушки вот эти. Не совсем не нравятся. Я почти вижу отсюда, как ты хмуришься. Чего тебе, Пейган? Ну, что за тон? Звоню узнать, как ты там без меня. Слышал, у вас там вспыхнула небольшая ссора. Должно быть нелегко быть в эпицентре. Выбор — это всегда трудно. Поверь, я через это проходил не раз. К нашей с тобой вящей пользе. Например, юг. Чтобы преподнести ее тебе, мне пришлось на телевидение идти. А я его ненавижу, то ли дело радио. Но тебе... О, тебе повезло! Бедная Юма, ее будет не хватать. Мне было трудно выбрать между вами, но я выбрал правильно. Увидишь? Конечно, ты занят. Надо всюду успеть и везде разобраться с дерьмом. Не мешаю. Но не забудь. Выбор влечет последствия. Хорошо, батя, я все понял. Вы что тут делаете, ребята? Спокойно. Знай, это решение далось мне нелегко. Сабал никогда не откажется от своих верований. Если оставить его в живых, он рано или поздно поднимет мятеж. Причем скорее рано. Убив его, мы объединим Золотой Путь и не допустим новой гражданской войны после разгрома Пейгана. Так будет лучше для Кирата. Когда придет время нажать на спусковой крючок, я верю, ты выберешь верную цель. О, уровень кармы 7, это хорошо. Братик, ты здесь? А можно его не убивать? Ее затея. Или сам вызвался? Ну и что ты делаешь? Ты наплевал на все, что создал твой отец. Поздравляю тебя!
Теперь наша борьба потеряла смысл, и это все из-за тебя. И что самое страшное, брат? Ты отдал все Амите. Амите! Что, она спасет Керат? Как? Засадив все опиумным маком? Обрекая людей на жизнь в фабричных городах, где единственная свобода — это нищета? Создав страну равных возможностей, где каждый раб. Думаешь, о такой стране мечтала твоя мать перед смертью? Так что ты сделаешь, брат? Ему нужно убить? На, сука. Прости, братик, но пришлось мне тебя. Можно тебя еще ограбить? Ну все, нажал. Скидки 25% на предметы обстановки в оснащение дома Гейла. Я убил Сабала. Не могу поверить. Прости, Аджай. Это надо было сделать. Только вот от этого не легче, не так ли? В любом случае, сейчас нам надо спасать страну. Дело в том, что я решил идти по правильному пути в игре. По-хорошему. Ну не знаю, разве сейчас я сделал хорошее дело? Мне так не кажется. Задание Золотого Пути. Давайте переместимся быстро. Ну все, успокаивайся, батя. Купить, настроить броник, инъекции. Арбалет, классная шняга. Больше карт купить нельзя, да? Так, ну что же, ребятушки, а что это за дебил? Спасение. К югу отсюда находится пещера, в которой когда-то была золотая шахта. Теперь это место стало тюрьмой. В ней гвардейцы короля морят голодом пленников из числа мирных жителей и терроризируют их родных, вымогая деньги за выкуп. Ну давайте возьмем. Солдаты, держи. Подойдите к заложникам. Легко. Там пещерка, сейчас будет движуха, я чувствую. Надо спасать людей по-тихому, правильно? Не дадим погибнуть. Рыба, только не кусай меня, пожалуйста, за жопу. Я этого не люблю. Да, блядь, залазь. Хотя я иногда думаю, что он недоразвитый немножко, потому что не может залезть. Блядь, как сюда залезть вообще? Ой, сука, сейчас надо оббегать полчаса. Наконец-то нашел траву. Ты ж только по траве бегаешь. Так, заложника надо спасти, значит, да? Надо минимум два спасти. Думаете, будет видно, если я буду лезть? Здесь меня не спалят. Тихо. Давайте отметим от братиков. Так, два братика сверху. И все, или здесь еще братики есть? Хм. Я, в принципе, сейчас могу. Надо решетку потрясти, чтоб проснулись. А второй за ним или где? А, ну да, второй за ним. Тихо.
Я вам казню сейчас, блядь. Почему ты до сих пор живой, мудак? А, все заложники спасены, я всех спас. А, так тут все свободны. Какая разница? Моих родных убили. Уйти? Они точно меня найдут. А, он еще один наверху висит, да? Классно, не, ну все равно я молодец. Спас всех, никого даже не убили. Нет, я знаю, это обман. Вот так потихо, моя. Зачем вы так? Был им отправить. Готов, братик. Ну все, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, давайте с вами на этом закончим. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Всем пока.